Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Ну вот и наступил радостный момент сбора урожая. Свеколка подросла, кабачки, цукини, тыква, все выросло. Будем собирать, а потом делать вкусную кашу. Знаете, как классная каша получается из тыквы? Во! Вот она! Выросла-то хорошенькая. Будет что съесть зимой голодной и холодной. Вот так вот. А вы говорите, что все будет плохо. Все будет великолепно. Вот видите, урожай тыкв, кабачков и цукини я скопал в кучу. Уморился. Ну а что делать? Не потопаешь, не полопаешь. Так у нас в России говорят. Виноградик, видите, доспевает, это зимний сорт, ему еще чуть-чуть надо дозреть, но уже хорошенький. Будем компотик делать. Видите, какая красота. Красота. Говорят, что у нас в Подмосковье виноград не растет. Все как растет. Хороший. Еще неделька и будет. О! Великолепно. Рекомендую всем рокерам на даче посадить виноград. Но обязательно делать надо так, чтобы на него солнце падало целый день. Иначе не дозреет. Очень сладкий, прям не верится, что на нашей подмосковной земле с минимумом солнца вырастает такой прекрасный виноград. Очень сладкий. Класс. А после праведных сельскохозяйственных трудов хорошо посидеть на веранде, покачаться в качалке, попить кофейку и поотвечать моим уважаемым подписчикам и посетителям. Вот, к примеру, посетитель с ником «Говно дельфина» пишет своим друзьям: «Это вам не Моргенштерны ваши, это настоящая рок-музыка». На что я ему отвечаю: «Да, это точно, мы не Моргенштерны, но поучиться у них тоже есть чему. Кладут на всех и делают шедевры, причем очень талантливо кладут». А вот посетитель с ником Андерс Дистер пишет мне: «Ты шо, ёбнутый?» На что я ему отвечаю: «Я рад, что появляются вопросы в вашей большой и светлой голове. И я так понял, что вас выпустили все же. Скажите нам, как обманули вы врачей?» А вот Бакула Владимир пишет: «Как уже заебала твоя реклама». Я ему отвечаю: «Вова, а ты не кликай ту рекламу, которая не нравится тебе. Или ты из адептов садомазо и смотришь все только на зло себе». Или вот посетитель с ником Немазн89 из района Хабаровского Амуркабель пишет мне: «Вам до хардрока далеко, причем очень». Я ему отвечаю: «Вы не подскажете, а сколько в километрах? Вам там со стороны, конечно же, видней. А то мы в Амуркабель движемся с концертом. Успеть бы вовремя. Мы ж обнадежили парней». Но он мне парирует: «Да вы что, зачем такие жертвы? Пожалуйста, не надо. Мы как-нибудь без вас». А у них там главный концертный зал называется Городской дворец культуры. Поэтому я ему отвечаю: «Ну, раз вы просите, то мы пойдем навстречу. В хард-роке все-таки вы очень большой спец. Перенесем мы с публикой встречу, в Дворце культуры городском придется петь». А вот посетитель с ником Котииме
пишет: «Обосраться приятная музыка». Отвечаю: «Сынок, смотри поосторожней только, ты не заляпай близких и родных, а то потом стирать будете долго следы художеств твоих каломочевых». А вот Игорь Ижинский пишет своему другу Уткину: «Он, похоже, просто болен. Стихами отвечать подобную туфту – это, конечно, запредельно. Нужно отдать дань оригинальности. Я такую форму шизофрении вижу впервые». Отвечаю ему: «Шизофрении все оттенки вам известны. Опытный вы, наверное, пациент. Наверное, знаете все клиники окрестные. Из вас получится прекрасный музыкальный рецензент». Но он не успокаивается и пишет: «Придумал вам новое оскорбление. Вы Лукашенко от рока». Отвечаю: «Мне кажется, уже вам стало лучше. Уже кажусь я президентом вам. Наполеоном было бы покруче, но я так понял, сами претендуете на этот сан». А вот Владимир Вялков, наш постоянный подписчик, мой любимец: «И много ли знаете таких, кто в 60 стал рок-звездой в Инстаграме, ни разу не выступая вживую?» Отвечаю: «Скажу вам честно, никого не знаю. Просто хочу поставить я рекорд. Ижинский подписался вот недавно. Уткин и Вялков смотрят клипы целый год. Будем работать, а куда деваться? Надо же радовать Ижинского и вас. Не просто так же каждый подписался. Звезда рождается у вас прямо на глазах». А вот посетитель Чеппи Снэпс, который называет себя блаженным, спрашивает: «А можно и мне стих-ответ?» Отвечаю: «Да чего ж нельзя? Для всех блаженных, кто обожает рок так же, как я, готов писать стихи и петь им песни. Я рад, что люди слушают меня». Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук.